Синий пояс, особенно ну, человек, которому не, вот вчера дали синий пояс, который там, не знаю, полгода синий пояс, например, да, он уже знает процентов 80-85 джиу-джитсу, то есть он дает в среднем правильные реакции. Ну, я должен сказать, что в далеком 2009 году я выиграл первенство Москвы по самбо среди вторых и третьих разрядов. Вот. Но это просто я сказал, типа, чтобы похвастаться, да. Чем ближе к финалу любого крупного турнира, тем лучше. Потому что там обычно интереснее. Всем салам алейкум, приветствую всех. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь пофиксит мою джиу. Всем привет, формат Fix My Jiu возвращается после длительного перерыва. И сегодня мы в комбо-джиме будем фиксить джиу-джитсу Стаса Варшавского. Я сегодня в новом ги от Well Stitches, магазина Jiu Sale, версии BG Freaks Edition, минималистичный супер-пупер дизайн. Оп. Проверим, поможет ли вся сила BG Freaks мне сегодня пофиксить Стаса Варшавского. Thank you.
Всем привет! Сегодня мы находимся в комбо-джиме и фиксим мою игру вместе со Стасом Варшавским. Привет, Стас! Большое спасибо, что согласился пофиксить мою игру. Для тех, кто не знает или, быть может, забыл, Стас Варшавский – черный пояс от Лагарта. Один из самых соревнующихся за рубежом спортсменов от России. Всех приветствую, ребят. Собственно, спасибо, что пришли. Мне нравится этот проект. Давно за ним наблюдаю. Приятно быть гостем этого проекта, участником. Единственное, конечно, мне бы хотелось, чтобы кто-то мое джиу пофиксил, да, а не я бы чего-то. Сами понимаете, есть такой запрос. Вот, но это, видимо, не сегодня, да? Вот. Да. Собственно, отвечая на твой вопрос, да, мне, естественно, приятно, что ты сказал, что я один из самых там соревнующихся спортсменов за рубежом, хотя я не знаю, так ли это сейчас, но все равно это приятно. По поводу нашего роллинга, что я заметил, ту часть схватки, где я был сверху, я очень легко заходил в неслайд, да. Соответственно, это же достаточно базовое положение, да, то есть это одна такая прямолинейная классическая атака, да, я тебя пытаюсь на одну из сторон завалить. И почему это происходило, да, потому что я чувствовал, что местами ты не контролировал мои ноги, да, и твои захваты не блокировали, ну, мой корпус, да, соответственно, я очень легко в эту позицию попадал. Это вот то, что я прям сразу заметил, да, то есть контроль ноги отсутствовал. Ну и вообще часть захватов, они как бы вроде бы есть, но они не мешают делать мне технику мою. И это как бы, соответственно, ну, неправильно. То есть когда ты снизу находишься, если посмотреть на работу нижнего, да, когда человек снизу лежит, у него есть две ноги, две руки, то есть четыре конечности, да, каждая условно на 25% образует гард, если так можно это фантазируем, да, условно говоря. Вот, и как бы каждый захват, каждый упор должен что-то делать. Если у тебя есть захваты, которые формально есть, но они ничего не контролируют, они не мешают, смысл этих захватов? Тогда встречный вопрос, на чем сосредоточиться? Вот ты уже пошел в никат, на каких захватах сосредоточиться просто? Контролирует ли верхняя конечность или больше таз? Ну, я бы, наверное, все-таки исходил как бы из того, то, что вот как когда люди говорят, да, вот особенно новички, вот я попал в сайт-контрол снизу, да, ну, да, что мне делать, да? Ну, блин, братишка, давай начнем с того, что лучше там не оказываться, да? И вот я бы, наверное, пошел бы от того, как мы попадаем, не знать, почему происходит, и уже бы разбирал дальше, что делать, если все-таки я туда пошел. Я думаю, так будет правильнее. Ну, может, покажешь, как ты не даешь людям заходить к себе в неслайд, да, например. Да. Собственно, что происходило? То есть, когда ты оказывался снизу, я старался твои ноги сбить и вот прийти вот в это положение. Если ты не контролируешь либо мою пятку, либо мою штанину, то я вообще двигаюсь свободно. То есть, были вот то ли первый никат, то ли второй, получилось так, что вообще не было никакого захвата на моей ноге, я прям почувствовал, ну, знаешь, прям пустоту. И я сразу тебя сюда сложил. Да, ты вставляешь вот это колено, это хорошо. Вот, но первый, почему бейсбол получился, потому что я к тебе притягивался. Само по себе это колено, если ты меня не отдавливаешь назад, да, и не блокируешь вот это колено, да, если оно уходит в пол, я могу тебя как бы прижать здесь весом, да. То есть, получается, мы видим начальное положение, да, я зашел сюда. Почему? Потому что ты меня не держишь. Я стремлюсь убрать ноги сюда, потому что, когда эта нога здесь, это упор. Если я не уберу эту ногу, естественно, я сюда не пойду, да, ты меня будешь все время толкать. Поэтому, что я делал? Я срывал захваты, сбивал ноги сюда. Если ты меня держишь, я свободно двигаюсь. Если ты меня держишь за пятку или лучше за штанину, как спайдер, да, когда ты держишь штанину, ты можешь не держать хук здесь. То есть, я имею в виду, что ты не можешь не заправлять ее сюда, а просто у тебя противоход. Ты рукой чуть-чуть тянешь, коленкой чуть-чуть толкаешь. И получается, когда я иду в неслайд сюда, моя нога будет подниматься. То есть, смотри, твоя задача просто держать, смотри. И я не могу зайти, видишь? Я сам себя вывешиваю. Ты спокойно этой ногой можешь наступить сюда и вернуться. И вот ты восстановил гард. И это для меня все время будет проблема. То есть мне придется либо менять сам не слайд, либо менять атаку. Но есть такой концепт, да, что если человек меня берет за штанину здесь, то я иду в ту сторону, чтобы срывать захват, чтобы его игнорировать, да? То есть как бы, ну, не то, что игнорировать. За счет того, что я буду гольнию идти поверх твоей гольни, твой захват сам сорвется. Вот. Поэтому когда я захожу сюда, вот есть вот это положение снизу, да, оно называется headquarters, да, ты можешь брать здесь захват, можешь брать здесь захват, с учетом отсюда люди многие вывешивают в X, да, то есть вывешивают, вот эту ногу закидывают single X, да, понимаешь, да? Да. Да, оп, вот. Поэтому позиция твоя снизу, если ты меня не держишь штанину, она будет очень-очень сильно уязвима. А здесь ты меня можешь сюда затащить, и здесь уже мы все-таки боремся в другом положении. Ну, да. Смотрите, ребят, как бы какой здесь важный момент. Что я хочу? Я хочу сбить ноги,
вовнутрь, да, и, по сути дела, сесть попой поверх вот этой ноги. То есть я хочу, ну, где-то здесь быть. Здесь есть несколько вариантов осанки. Там длинноногие ребята, там Лавата, например, можно увидеть. Он прям вот так низко садится в кибодачу, и он попой прям прижимает пятку к попе Назара, да, получается, низко садится, его тяжело вывесить. Более мобильные ребята с более короткими ногами, я, в принципе, придерживаюсь этой же стратегии. Они зажимают коленками вот так вот ногу, здесь фиксируют бедро, берут здесь захват. Да, и моя задача, по сути дела, я здесь более мобильный, то есть я могу быстро пойти куда-то. Да, меня чуть легче вывесить, потому что я высоко стою, но я быстро здесь. А в любом случае, если Назар не будет меня здесь держать, то мне очень легко зайти в неслайд, потому что ничего мою ногу вот эту не останавливает. Потому что если Назар отпустит здесь, что получается? Я сижу низко, локтем отпихиваю колено, свое колено сую туда. И получается, что я, оп, я уже здесь. Мне остается только не дать ему ставить сюда колено, а это я буду прижиматься. Я сразу могу завершать неслайд. Чтобы этого не происходило, Назар должен контролировать мою ногу. Потому что если он контролирует мою штанину, что бы я ни делал, вот так, я его буду за собой таскать и не уйду отсюда. Да? Поэтому он меня схватил за ногу. Если я не уважаю этот захват и просто рвусь сюда, то он может легко восстановить гард. Он упирается ногой сюда, возвращается в Долариву. И плюс его атака, я сбиваю, я здесь, он меня перехватывает за ворот, вывешивает и забирает сингл в икс. В чем здесь смысл? Здесь смысл в том, что если нижний находится в позиции, вот, можно? Вот условно Долариво. Если Назар здесь не держит меня ни за пятку, ни за штанину, и я сбиваю ноги, ухожу сюда, то есть нет никакого упора, я могу свободно сокращать дистанцию. Любой проход гарда, как бы он начинался, он может начинаться супер издалека за две штанины, за 3-9 земель, вот так вот начинаться, но он закончится все равно фиксацией либо грудь в грудь, да, боковое удержание, либо там маунт, северюк, ну, в общем, все равно вы будете сближаться с человеком. Здесь, если Назар меня не держит, захват вот этот вот, да, то, соответственно, я могу очень легко, смотрите, притягиваю его к себе, себя к нему, и я захожу сюда, и дальше я просто на него падаю. Можно дальше пи***ть, если надо. Единственное, я еще хотел сказать такой момент, когда я сделал гардпул вот первый раз, да, я его сделал, по сути дела, без захвата, я просто упал таким мешком, да, и на этом ты сразу начал меня как бы обходить, да, мне пришлось как бы фрейм активно включать. А я бы хотел такой момент отметить. Вот если я нахожусь здесь, и ты меня загоняешь в позицию, которую мы сейчас разрабатывали, отрабатывали, да, вот, то есть у меня есть здесь штанина, да, вот у меня есть вот этот замок. Да, у меня есть, допустим, захват кросс-коллар здесь. А что еще можно здесь сделать? Периодически, я, если чувствую, что человек меня сюда куда-то гонит, ну, во-первых, я не хочу, чтобы колено это провалилось, потому что это единственное, что меня защищает. Да, ноги, крест получается. Вот эта нога верхняя, эта нога нижняя. Не наоборот, вот так, вот так. Да, и моя задача тебя, естественно, вывешивать. Но еще альтернативный вариант. Бывает, люди сюда попадают, и они берут вот этой рукой где-то здесь захват. Тогда я часто переключаюсь вот сюда, и я понимаю, что вот это положение уязвимое для неслайда, потому то, что у тебя нога свободная, то, о чем мы говорили. Но если тебе комфортно, у тебя хорошая мобильность, в принципе, мне кажется, что для тебя это будет актуально. Ты можешь вот эту пятку кинуть, как так называемый shell lass, вот сюда. Тогда завершить неслайд почти невозможно, потому что даже если ты сейчас пойдешь коленкой сюда, я тебя здесь, видишь, отталкиваю и вытаскиваю ногу. Да, у нас был такой момент, и ты... Ну, это когда я работал, да, 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 да. Да. Вот. По поводу этого рычага. А по поводу рычага, это, в принципе, лучше. У нас есть такой человек в комьюнити, Святослав Огнев. Можно посмотреть, как он тысячу раз делает людям вот этот рычаг. Он эту руку вытягивает и ломает вот сюда бедро. Я тебе ее кинул аккуратно, чтобы ты смог ее прокрутить, и я тебя оттуда вышел на оплату. Потому то, что этот рычаг, он, ну, достаточно опасный, потому что рука прямая, там очень быстро идет излом. Если человек его не знает, люди иногда не успевают сдаться, а тут получается моя ответственность. Я должен отпустить раньше, ну, то, что я делаю. Ну, это мой взгляд. Вот, а если человек не знает, он может попытаться перетерпеть, и рука просто отъедет. А, собственно, этот рычаг, его можно делать, ну, разные гарды могут быть, но в любом случае у меня вот эта нога будет в бицепсе, как color sleeve, да, когда мы работаем. Если, вот особенно, когда человек держит здесь этот захват, он мне в каком-то смысле помогает. А кто-то держит, вот, например, Свят, когда делает, он держит вот так вот двумя руками рукав, да. Мне не очень удобно, я держу одной рукой рукав, второй рукой я закрываю как бы запястье, да, как в ноуги. И моя задача, я вот эту ногу выталкиваю, да, очень часто рука срывается. И здесь рука Назара, она прямая. Что я делаю? Я свой таз поднимаю вверх, колено мое идет, ну, примерно к плечу. То есть я хочу об бедро ломать локоть. То есть я втягиваюсь в струну, и вот оно движение. Втягиваюсь в струну, и вот оно движение.
Ну, в реале оно, естественно, делается просто бам, и все. И как бы да-да, нет-нет. Но обычно, если оно на работу, то это просто да, как бы и все. Я почему это стал делать? Потому что когда мы находимся в Color Sleeve, можно? Mm-hmm. Когда я здесь работаю, люди часто, вот я, допустим, начинаю их вот здесь мучить, еще что-то. Я бываю, что я вот этим коленом захожу сюда, срываю вот этот захват. И вот эта рука остается без захвата. Mm-hmm. И она болтается. Я начинаю людей выталкивать. Они как бы понимают, что им этот захват вроде бы ничего не дает. Mm-hmm. Они пытаются, начинают вот рукой тянуться к этому захвату. Да, я вот момент отпускаю, и вот она рука. И вот я ее сразу атакую. То есть как бы, ну... Это уже как бы не совсем там, к теме проходов, да, но как бы, ну, как да. Вариант, да, я как подводку какую сделал, то, что когда я нахожусь внизу, если я не держу штанину, здесь есть вот это, твой захват, да, я могу тебя взять за рукав и кинуть шелло ласса, чтобы им защищаться от неслайда. И попутно мы уже разобрали, что если человек косячит, начинает руку вот так вот выпрямлять, то вы можете его наказать за это. Также я заметил, ты сделал свип из шалу ласса или полноценного ласса. Мог бы ты показать мне и нашим зрителям? Да. Собственно, этот свип, его можно хорошо увидеть, его делают Миргали, Филипп и Эндрю. Да? По сути дела, это глубокая ласса через руку под таз. Да? Я как бы контролирую твой рукав и твой центр тяжести. За счет этого у меня достаточно хорошая тяга. Да? И как бы есть вот этот пинок, ну, под центр тяжести, тебя... Получается, я запускаю в кувырок. А что ты сделал хорошо? Во-первых, ты пошел назад, да? Ну, естественно, дистанция нарушается, мне тяжело тебя на себя вытянуть. Mm-hmm. И поскольку ты повыше меня, мне приходится чуть больше сокращать расстояние. Mm-hmm. Как бы это для меня, ну, минус. Но, тем не менее, я тебя смог затянуть. Mm-hmm. Я, как только ты остановился, я тебя подтянул и вытащил. Все, рассмотрим. Я, честно говоря, больше люблю эту позицию либо двойной спайдер, либо можно брать color sleeve, только не такой, а с дальним воротом. Почему? Потому то, что мне нужно вот эту ногу закинуть поверх локтевого сгиба и стопой зацепиться вот сюда под таз. Соответственно, если будет вот этот захват, то моя же рука мне мешает. Да? Поэтому я либо беру дальний ворот. Кстати, с дальним воротом чуть легче держать гард в плане защиты. Потому что здесь я очень сильно контролирую одну сторону, но получается только одна нога на дальней стороне. Здесь у меня хотя бы есть... помимо тяги, я еще могу упираться, да? Собственно, что я делаю? Я в какой-то момент эту ногу закидываю, и ее нужно прям выпрямить, и на правой ноге, которая на бицепсе, я подкручиваюсь, вот, как бы загружаю, получается, открываю коленную сторону, загружаю Назара на себя. Здесь какой момент важен? Кулак мой упирается в мое бедро, потому что если моя рука, вот если бы вот эта рука держала рукав, и она бы ушла туда, очень легко было бы сорвать захват. Отсюда сорвать захват почти невозможно, очень тяжело. Запястье выключается. Здесь какой момент? Можно остаться с этим захватом, кто-то берет рукав, но если есть ворот, ворот это хороший захват. Я ногу ставлю в пол, это не мост, это просто точка опоры. Что здесь можно сделать? Да? Я колено свое левое, которое в ласы, да, тяну к груди, тем самым Назар получается... нагружается, и потом я просто его выкидываю вот таким поворотом руля, да, то есть раз, выпустил его, здесь в зависимости от того, как получилось. В случае с Назаром схватки он эту ногу зацепил, но и свип был, ну, не самое лучшее исполнение, да, скажем так, потому что он действительно неплохо сопротивлялся. Соответственно, мне пришлось вставать вовнутрь его гарда, но если человек вылетел вот так, у вас есть много опций. Если локоть здесь остался, вообще можете руку атаковать сразу же. Если локтя здесь нет, то очень часто люди, ну, кто-то уходит сразу этой рукой, ищет андерхук, да, встает вот сюда. И другой вариант есть, когда человек вылетел вот так, да, люди, я же знаю, что ты сейчас на меня пойдешь, да? Я тебя здесь хватаю и уже иду ловить твою ногу. Вот. Ребят, можно с воротом с дальним, можно со спайдером. На самом деле без разницы, кому как комфортнее, потому что суть в чем? Здесь работу делает основную, моя, ну, мое ласса, да, в моем случае это я левое ласса кидаю, да? Вот я сюда закинул, на правой ноге, видите, смотрите, подкрутился. Здесь я все равно буду отпускать спайдер, перехватывать ворот. Я колено левое тяну к себе. То есть я делаю вот такое движение, да? Колено к голове. И получается, я загружаю Назара на свою голень. Вот он загрузился. И теперь мне остается, несмотря на то, что ногу поставил, руки-то нет. Я его просто выкидываю. Эта нога – точка опоры. Оп, он вылетел. Здесь вы можете либо в темп движения попытаться туда встать, особенно если эта нога захвачена, и вы как бы оказываетесь в гарде. Либо, если человек просто там остался, вы встаете, этой рукой ищете андерхук. Да? Если остался, я просто иду на него сюда, в андерхук. А вот поскольку я знаю, что человек, который вылетел сюда, он хочет вернуться, я могу его здесь, естественно, встречать, но лучше левой рукой попытаться обхватить ему кроссфейс сразу же.
И тогда я, получается, во-первых, могу под руку взять, но я люблю больше искать ноги, чтобы он не выкрутился как бы на четвереньке, да, и заходить сюда. Можно оказаться здесь в сайде. Стас, недавно прошел Grand Slam в Турции, ты там выступал, по-моему, правильно? Можно перебивать уже, да? Как выступление? Как организация? Нарезается. Стас, также ты выполнил крутую комбинацию броска и выхода на рычаг. Не мог бы ты поделиться этой наработкой своей? Ну, я должен сказать, что в далеком 2009 году я выиграл первенство Москвы по самбо среди вторых и третьих разрядов. Вот. Но это просто я сказал, типа, чтобы похвастаться, да? Ну, как бы, никак не относится к тому, что было. Вот. Ну, смотри, Назар, да, давай будем честными. Ты русский, я не боюсь твоей стойки. Нарезается. Вот. Собственно. Можно оставить это будет, да? Ну, кроме шуток, на самом деле, если мы говорим про соревновательные схватки, знаешь как, с одной стороны, ты повыше меня, и ты меня блокируешь, мне неудобно было сокращать дистанцию, но поскольку, я не знаю, сколько мы по времени боролись, но я подождал, пока ты устанешь, да, я же умный человек, вот, и потом прошел в ноги, вот. А на самом деле, ну, естественно, стойка – это моя, как бы, слабая сторона, да, и если говорить, там, гардпул или гардпасса, да, если бы у меня была возможность всегда навязывать борьбу сверху, конечно, я бы, наверное, пошел бы бороться сверху. С другой стороны, вот, прям в данный момент я, ну, если посмотреть, в принципе, все мои схватки на прошедшем Grand Slam, я почти во всех схватках я пулил, да, если соперник не пулил первым, то есть, ну, типа, не было такого, что я специально ждал, пока он запулит, да, чтобы остаться сверху. Просто были ребята, кто свои захваты набирали быстрее, чем я, потому что, ну, на высоком уровне проблема в джиу-джитсу в чем? Не проблема, может быть, это и преимущество, и проблема одновременно, кто как реализует. Но в самбо, допустим, да, в других во многих видах спорта борьбы вас поднимают в стойку, да, у вас есть ресет. Mm-hmm. А в джиу-джитсу ресета нет, по сути дела. То есть мы как упали, так дальше и боремся. И делать гардпул лишь бы куда-то я бы очень сильно не хотел. Вот. И, например, вот сейчас на Grand Slam боролись со Славом или иным, да, честно говорю, было страшно, потому что, ну, человек заслуженный, да, в плане и самбо, и дзюдо, я понимал, что, может быть, я просто видел, как он раньше боролся в стойке, и мы раньше там вместе тренировались, был небольшой период в жизни, я видел, как люди со Славой ходят, Слава такой, ну, и чувак летит вначале вот так, а потом вот так. И мне, ну, не очень хотелось так лететь, но, тем не менее, без захватов садиться куда-то я не могу, угу. Да. Если я набираю хороший захват, я могу запулить. Если я чувствую, что у тебя захвата недостаточно для того, чтобы меня заблокировать, я могу зацепить ногу, постараться посадить. Вот. Но в нашем с тобой случае я тебе прошел в одну ногу и начал перехватываться на вторую. И, ну, после этого, когда ты завалился, ты оказался ко мне боком, и у тебя рука торчала. Угу. Я просто ее начал сразу атаковать, ты начал крутиться, и получился такой рычаг локтя. Не сказать, что это была прям пипец запланированная комбинация, всю жизнь отрабатывал ее. Также, Стас, ты дважды одинаковым способом мне зашел в маунт и сайд-контроль, как-то жестко подгибая мою ногу, создавая дикий дискомфорт, и потом я пытался ее выдернуть, и ты на этом движении как-то проходил в маунт. Мог бы показать, это какая-то техника, наработка? Да, можно показать, но это только для донов. Четко? В чем здесь смысл, да? Мы находимся в боковом удержании. Я люблю в боковом удержании разворачиваться лицом к ногам человека, да? Эту технику, в принципе, я усвоил у Цестара, да? Он очень хорошо атаковал дальнюю руку и в хавгарде, и в боковом удержании. И, собственно, он мне показал эту позицию спиной к лицу человека. Это хорошая форма удержания. И есть такой человек, Зардиола. Если не ошибаюсь, у него эту технику увидел. Оказываюсь вот здесь, да, неважно, я могу быть и под рукой, да, здесь, но
гораздо это актуально, когда он находится поверх руки, да. Если я хочу сесть маунт, я знаю, что Назар будет мне мешать одной ногой, другой ногой, вот это все будет как бы мне мешать, да, то есть пространства здесь нет. Поэтому что я делаю? Я рукой могу схватить его за ближнюю ногу и передать в свой коленосгиб нижней ноги. То есть как здесь можно сделать? Можно схватить, иногда я вот так хватаю, иногда я вот здесь хватаю, убираю. Вопрос в том, как я чувствую позицию. Суть в чем, что мне нужно коленосгибом зацепить голеностоп. Вот здесь. Как только это происходит, я могу рукой, могу ногой его колено завалить вовнутрь, а стопу вытащить назад. То есть я делаю вот такое движение. Я ему выкручиваю и колено, и бедро. И поскольку таз у нас связан, он не может этой ногой полноценно мне мешать. И здесь очень легко, во-первых, вот этой рукой ногу убрать. Да, во-вторых, я могу просто от своей ноги свободной делать креветку, забирать его ногу еще дальше. И, в принципе, если у вас хорошая мобильность бедра, ну, у меня она достаточно хорошая, я могу прям вот так сесть. Да? Почти идеально получилось, да, почти не задел. Но суть в том, что я могу просто легко вот так вот убрать рукой его ногу. Вот я сюда сел. Поскольку моя нога еще держит его ногу, я очень плотно на нем могу легко развернуться. И вот он мой маунт. Да, все равно так, я лучше поверх моей руки. Поверх руки. Да. Вот. Если ты можешь левой рукой взять захват, ну, либо вот здесь лучше левой рукой, чтобы просто ты не ездил. Угу. Да. Ты отъезжаешь. Я начинаю вот это все исполнять. Ты правой рукой хватаешь меня за либо штанину, либо пальцы ног и передаешь свою левую ногу в левый коленосгиб. Да, да. И теперь смотри. Смотри, я не могу поднять ее, да? Угу. Ты тазом отъезжаешь назад. О, все, видишь, мое колено начинает вовнутрь завалиться. Mm-hmm. Эта нога тоже ограничена. Ты можешь легко правой рукой надавить на нее, да, и тебе очень легко, да, все. Цепляешь и просто на меня поворачиваешься. Вот. Mm-hmm. Все, вот он маунт. Mm-hmm. У кого колени слабые, они сдаются в этот момент. Реально. И плачут. Реально, и пропускают потом тренировки. Реально, чувакам делаешь, они такие, ты такой, типа, что случилось? Такой, ну, у меня колено больное. Я думаю, так я же тебе не выкручивал колено. Стас, ты в последнее время достаточно активно стал выступать в лиге AGP, скажем так, да? Вот тебя мы снова видим на соревновательном татами. Ну, часто это сколько? Аж целый один раз увидели. Вот. Кроме шуток, да, я как скажу, то есть какие-то турниры, да, какой-то определенный пул турниров, который мне интересен и ну, на который у меня есть или появляется возможность поехать. Допустим, если мы говорим про IBJJF, да, я в этом году ездил и в Париж на Европу, которая была как бы для всех, и в Барселону я смог поехать в Европу Мастерс. Ну, эти два турнира мне, в принципе, всегда интересны. В США я никогда не был, у меня никогда не было визы, но на как бы европейской сцене, да, я по возможности всегда выступаю на крупных турнирах. Особенно, если мы говорим про ги. Есть желание, конечно, побороться в ноу-ги, но не всегда есть возможность. В принципе, мой выбор турниров очень простой. Есть интересный мне турнир, да, он как бы статусный, большой, что там будут интересные соперники, да, и как бы есть, условно говоря, ну, возможности в плане там финансов, визы, да, то есть можно поехать. Тогда я как бы туда стараюсь подготовиться и поехать. Что касается AGP, мне в целом как бы эта лига нравится, формат схваток условно там 5-6 минут, да, они мне больше нравится, чем схватки по 10 минут, потому что, ну, на мой взгляд, 10 минут пойдал там, это не то, что там, знаете, говорят, ой, там, выносливость, невыносливость, еще что-то. Просто мы, честно говоря, редко видим схватки, которые все 10 минут нон-стоп экшен, да, мы очень много видим тактической борьбы. И мы видим, как одни и те же люди, кто борется вот 5 минут, да, два одинаковых человека борются 5 минут, и они же борются 10 минут, может быть, разный результат. Разная тактика, и, на мой взгляд, 5-6-минутные схватки – это достаточно, чтобы показать, в принципе, джиу-джитсу, если вы хотите это сделать. Если вы не хотите, если вы хотите полчаса, да, где-то там зависать, не знаю, какие-то позиции зажимать и потом все-таки там выиграть двумя баллами или адвентеджем, ну, блин, на мой взгляд, такую схватку смотреть скучно. Вот, поэтому для меня формат 5-6 минут более предпочтителен. И, собственно, AGP – это доступность, да, они проходят в Турции, Объединенные Арабские Эмираты, есть, собственно, постсоветское пространство, да, мы можем почти по всему постсоветскому пространству спокойно есть. Я как бы никуда не пропадал, да, просто, ну, какие-то были периоды в жизни, где, ну, меньше возможностей было. Сейчас возможности есть, я их стараюсь реализовывать. Плюс есть какие-то мои личные моменты, я вот у себя на канале, да, рассказывал про соревнования, просто у нас многие люди воспринимают соревнования, да, что кто-то кому-то что-то должен доказать, да, типа...
ну, на самом деле нет такого, это такая позиция очень, ну, на мой взгляд, инфантильная, да, кому-то что-то доказать, да, блин, можно всю жизнь выиграть, потом ты один раз, ну, это как анекдот, да, типа, можно построить 10 тысяч мостов и один раз кое-что сделать, и тебя запомнят не как мостостроителя, да, вот, собственно, здесь то же самое получается, что можно выиграть много турниров, потом ты один раз там проиграл, и все, и типа, ой, да он уже его списали, да, поэтому я здесь ориентируюсь на себя, у меня есть какие-то мои моменты, которые раньше мне мешали выступать, да, показывать какой-то свой потенциал, единственный способ их все-таки преодолеть, это через соревнования, то есть через практику. И как бы, ну, я стараюсь это делать. Опять же, да, когда многие говорят, что я не борюсь в России. Так ли это? Ну, в принципе, действительно так. Да, я боролся на Гранд-слэме здесь один раз, на первом Гранд-слэме. И вот сейчас будет Гранд-слэм у нас конец августа, начало сентября. Я тоже там хочу побороться, планирую. А когда мы говорим про другие соревнования, ну, скажем так, я со многими ребятами боролся в залах, и как бы, ну, условно говоря, турнир, где буду, например, я, Ади Гусейнов, Тамерлан Еслемесов, там, допустим, будет Арсен Шапиев. Будут ли это интересные схватки? В целом, да, но как бы у меня нету здесь какого-то такого прям супер внутреннего желания, да, когда я еду, вот, когда еду за рубеж, да, я еду бороться с ребятами, которых я вообще не знаю, и это представители другой школы, они по-другому борются, у них обычно больше практики, потому что все-таки соревнований в России, ну, хоть и стало достаточно много в последнее время, да, но мы все равно замкнуты в своем таком неком бульоне, да, вот. Там ребята, поскольку, ну, могут ездить по разным странам, они набарываются между собой, и я получаю другую обратную связь, и это мне интересно. Я ни в коем случае не принижаю здесь никого из наших ребят или там наши соревнования. Просто когда у меня есть возможность, вот каждый раз, когда я оказываюсь в Питере, я всегда иду к Адику тренироваться. Когда мы можем за одну тренировку сделать там 3-4-5 схваток, да, и причем я честно скажу, если первые две схватки я еще что-то могу делать с Адиком, то дальше, там чем дальше, тем как бы хуже для меня. И я не говорю, что как бы нету вообще никакого интереса, да, бороться. Все-таки соревновательная схватка – это другое. Но как бы вот именно обратная связь, которую я получаю за рубежом, она мне более интересна. Это то, почему я чаще выступаю за рубежом. Для меня сейчас, вот особенно в последнее время, соревнования – это такой личный психоэмоциональный вызов, да, чтобы преодолевать какие-то свои внутренние лимиты, которые у меня там были и до сих пор остаются в голове, которые мне в прошлом мешали полноценно реализовываться на соревнованиях как спортсмену, да, и это вот как бы основная цель, да, то есть, давайте так скажем модным словом, саморазвитие, да. Стас, а сколько лет ты уже черный пояс? 6 лет. 6 лет, а у тебя уже должно быть несколько данов, да, на черном поясе? Ну, должно быть 2 дана, да. Но ты их не носишь? Я не принципиально? Не признаю, не признаю. Я ученикам своим не даю полоски, вот, и себе их, ну, как бы, знаете, как... Я, ну, чем отличается начальник от лидера, знаешь? Нет. Начальник говорит, ты раз, а лидер говорит, я здесь раз. Да? Соответственно, если я ученикам не даю полоски, я и сам их не ношу. Понятно. Ну, это хорошо. А сколько вот ты уже черных поясов поменял за 6 лет? Ну, фактически вот именно тряпочек. Да, тряпочек, ну, на самом деле, у меня несколько черных поясов есть, которые я там беру на соревнования, но... Мне кажется, это, наверное, 6-й черный пояс или 5-й, не знаю. По поясу в год. Вот. Но на самом деле, это же такая история, да, у меня вот был пояс, он просто развалился за 3 месяца, просто в ноль, реально. Какой был... фирмы? Грипс. Нет, на самом деле, ну, говорю, многое зависит от пояса. У меня был пояс, который просто очень сильно истрепался, и он выглядел уже, ну, просто лохмотья висели. Я его, ну, просто выкинул банально. Вот. Был пояс, который просто развалился. Я, ну, как бы тоже его выкинул. Есть пояс, который у меня, ну, я чаще на соревнования использую, вот. И есть просто сменный пояс сейчас, ну, потому что, как бы, да, я стираю черный пояс, да. Собственно, ну, как вы видите, по моим знаниям, по-моему, джиу-джитсу понятно, да, что это не просто миф, да. Это все потому, что ты выкинул свой первый пояс. Ну, я выкинул пару поясов и обнулился несколько раз. А где тренируются черные поясы? В зале. У себя в зале, на своих тренировках? Или все-таки есть у вас отдельные дни, где вы собираетесь? Я так скажу, то есть у меня здесь есть вот группа, да, которую я веду днем, и на нее у меня часто приходят ребята, там коричневые, черные пояса, причем, ну, ребята, кто там и соревнуется, кто-то часто, кто-то время от времени, есть с кем побороться, скажем так. При этом, как бы, я стараюсь заходить в гости в другие залы, то есть я с удовольствием захожу
Коля Сломину, да, если есть возможность, к Али Магомедову захожу. Есть ребята, ну да, как бы это я не всех назвал, ну так вот, да, в Титан к ребятам я захожу, вот. Миша Панков ко мне приезжает. Есть такой вот обмен, да, все равно. Вот. Да, конечно, мы все равно сталкиваемся с тем, то, что мы замкнуты в нашем условно маленьком, хоть и растущем, да, комьюнити, но тем не менее есть обмен, это важно. Плюс, как бы, на мой взгляд, это не про там, цвет пояса, да. Допустим, есть ребята, вот это на самом деле очень многое в голове, настрой человека. Бывает, что я борюсь с человеком с черным поясом. Он действительно хорош по технике, но я борюсь. Вот он борется за свой гард. Я, например, прохожу, пытаюсь пройти, там, ломаю ему гард, ломаю. В какой-то момент, вот просто один раз я ему прохожу гард, и он просто... И все. И вот, то есть полное принятие того, чего будет дальше. Вот. А бывает, борешься с каким-то парнем, там, синий пояс, пурпурный пояс, ты ему гард проходишь, он до конца прям толкает, из-под тебя вылезает. Забирает какой-то, восстанавливает гард, ты ему еще раз хочешь опять. И это больше похоже на то, как это происходит на соревнованиях. Mm-hmm. То есть не пренебрегайте, да, там, цветными поясами, да, скорее всего, вы будете видеть этих людей, вы смотрите, как люди борются. Есть кто-то борется очень технично, но, как говорят, да, типа, духа нет. Духа. Вот. А есть люди, у кого... Много духа, но нет техники. Да. А сам борешься с белыми поясами, своими учениками? Да, конечно. Типа, а с кем мне еще бороться? Скажем так. Не, ну на самом деле, я борюсь со всеми поясами, и с белыми в том числе. Еще зависит от того, в какой стадии, там, ну, условно, я нахожусь сейчас. То есть, если это там, если это группа, да, где я там сам полноценно тренируюсь, да, там, к соревнованиям каким-то, да, то я предпочту бороться с тем, кто все-таки более опытный, потому что мне нужен позиционный обмен какой-то нормальный, полноценный, да, без там... Я не говорю, что надо на 100% зарубиться, но чтобы мне давали правильную реакцию, чтобы был обоюдный рост. Вот. А как бы если, допустим, общая тренировка, я ее веду, я там борюсь с ребятами, да, я могу на человека поработать спокойно. Да, с белыми поясами просто иногда бывает страшно, потому что есть шутка, да, что когда люди говорят, что типа, ну как можно употреблять слово «файт» к джиу-джитсу? Просто посмотрите схватку двух белых поясов, да? Там как будто кто-то на тотализаторе ставки делал. Таких три вопроса. Дриллы, да, нет. Ситуационная борьба по заданию, да, нет. И еще что-то хотел спросить. Флоу-роллинг, да или нет? Применяешь вообще? Я прям должен отвечать, да или нет? Ну, нет, можешь объяснить. Там, смотри, что хочешь, можешь. Я бы так сказал. Можешь на другой вопрос. Да. Сколько будет 2 плюс 2? Вы знаете, на прошлой неделе я ездил в Российскую Академию Наук и говорил с академиками. И знаете, что они мне сказали? Да? Собственно, если мы говорим про дриллы, мое отношение к дриллам такое. Когда мы говорим про дриллы без сопротивления, то есть просто многоповторка, да, то есть повторение. Это хорошо, когда вы еще узнаете технику, вы ее точите. Да? Это часть процесса. Да? Вот, по сути дела, что такое дриллы? Да? Вот на любой обычной группе, в любом зале. Вот люди, когда приходят, они сделали разминку, начинается техника, по факту это, ну, формально это дриллы, да, потому что мы берем какую-то технику, да, там, не знаю, свип-ножницы из закрытого гарда, и вот там делать, допустим, 5-1, 5-другой, 5-1, 5-другой. Дриллы это, технически, в принципе, это дриллы, да, вот. Соответственно, мое отношение к дриллам, как я уже сказал, если есть какая-то техника, которую я еще не знаю, я несколько раз ее в любом случае по делу без сопротивления, просто как наработка, чтобы почувствовать себя в этой позиции, еще что-то. Но если мне нужно ее нарабатывать, чтобы свою игру включить, 100% просто дриллов без сопротивления будет недостаточно. Там мы идем к твоему следующему вопросу. Это, по сути дела, борьба по заданию. Борьба по заданию – это офигенный формат тренировки, потому что он, во-первых, позволяет уравнять зачастую, там, допустим, пурпурного пояса и коричневого пояса, например, допустим, у тебя там супер хороший открытый гард, да, а у меня, допустим, ну, плохие проходы открытого гарда, да, и мы, ну, нас борьба по заданию помещает в сценарий, где ты начинаешь из открытого гарда, то есть своего любимого положения, а я своего нелюбимого. Это раз, плюс, то есть это хорошо чем? Я буду... ну, что-то новое для себя делать постоянно, то есть я буду оказываться в том сценарии, который я в свободной схватке стараюсь обойти всячески, избежать. То есть я стараюсь, там, не знаю, в хавгард зафорсить, еще что-то, что угодно, лишь бы не открытый гард. Здесь я вынужден, потому что это суть борьбы по заданию. Как еще можно использовать борьбу по заданию? Например, вот как я делал, когда я некоторые техники в свою игру включал, да,
я, там, будучи уже там, коричневым поясом, черным поясом, я беру, допустим, синего пояса. Почему синего пояса? Потому что это синий пояс, особенно ну, человек, которому не, вот вчера дали синий пояс, который там, не знаю, полгода синий пояс, например, да, он уже знает процентов 80-85 джиу-джитсу, то есть он дает в среднем правильные реакции почти на все атаки. Ну, то есть он знает, что надо фреймы выставлять, он знает, что там в хавгарде не надо на спине лежать, он знает, что там не щилд надо выставлять. Mm-hmm. Ну, то есть много базовых вот сценариев он знает. И, соответственно, я буду с него считывать, в принципе, правильные реакции. Вот. Соответственно, я хочу какую-то технику наработать. Если я буду, будучи черным поясом, пытаться наработать какую-то новую технику на другом черном поясе, это почти невозможно. Меня просто будут фигачить. Mm-hmm. В лучшем случае мне просто не дадут ее сделать. В худшем случае я просто буду стучать вот все там 5-6 минут, сколько мы будем бороться, или 10. Поэтому что я делаю? Допустим, я хочу наработать какой-то определенный проход гарда. Я беру синего пояса в рамках, например, свободной схватки. Mm-hmm. Я сам себе ставлю задание, что я буду заводить его в определенное положение, делать определенную технику. Mm-hmm. Я ее сделал, дал ему восстановиться, мы чуть-чуть боролись, я опять ее сделал. То есть, если я так могу за 5-6 минут сделать там 5 раз, например, я получаю постоянно от него какую-то обратную связь. Он же понимает, что я ему делаю одно и то же. В этот момент он начинает уже что-то по-другому делать. Mm-hmm. Допустим, даже если начинает сегодня, я прихожу, допустим, завтра и делаю ему то же самое. Mm-hmm. Он уже день поспался, 3 месяца подумал, уже дает мне какую-то другую реакцию. Потихоньку я получив уверенность на синем поясе, считав их основные реакции, я, допустим, там, на пурпурном поясе, на коричневом начинаю делать, получаю уже другие реакции, другую обратную связь. И вот так я потихоньку расту. То есть это как бы борьба по заданию для меня, получается, mm-hmm. в рамках свободной схватки. Mm-hmm. Вот. И третий вопрос был, я часто его забыл. Флор-роллинг. А, флор-роллинг, да. Я к флор-роллингу отношусь так, что, честно говоря, я не совсем понимаю, что это значит, потому что, когда люди говорят флоу-роллинг, как будто бы, кто-то говорит шахматы, типа, я делаю движение, ты делаешь движение. Mm-hmm. В реале, что мы видим? Либо мы боремся с, ну, как говорят, пуш-пуш, да, mm-hmm. с небольшим сопротивлением. То есть, ну, я что-то делаю, да, тебе, да, ты чуть сопротивляешься, допустим, я продавливаю, да, но не развиваю дальше успех, mm-hmm. да, даю тебе что-то сделать, да. Можно ли так бороться? Да. Делаю ли я так? Очень редко. В основном, если я борюсь там с белым поясом, там, с новичком или с девушкой, да, здесь я больше работаю на человека, чтобы у человека тоже что-то получалось. Mm-hmm. На мой взгляд, зачем это нужно? Чтобы человек успевал подумать. Возможно, это я, возможно, это мой партнер. Да, mm-hmm. потому что, ну, что решает? Да, нету хорошей техники, есть хороший тайминг. Правильно? Mm-hmm. Соответственно, получается так, что, ну, это типа правильно, правильно, да, пошли дальше, да. Вот. Но в реале это так и есть, что mm-hmm. решает тайминг. Yeah. Да, потому что, ну, рычаг локтя, как бы, когда я уже пошел в раздевалку, он уже не актуален. Вот. Соответственно, так и получается, что люди не успевают осознать, какая позиция, и не mm-hmm. успевают вспомнить, что там было. Mm-hmm. Я ловлю паузу, да, даю человеку возможность что-то сделать. Возможно, я ему подскажу, возможно, я просто как бы остановлюсь чуть-чуть, буду как-то, ну, нейтрально как-то двигаться, mm-hmm. вот, чтобы человек что-то подумал. Это хороший формат тренировки, мне кажется, для того, чтобы, знаете, как подумать над позицией. Да. А как ты выбираешь, какие техники ты хочешь новые внедрить? Вот. Где ты их видишь на соревнованиях у кого-то или на тренировке в других залах, к примеру? Ну, вот как у тебя новые техники появляются в арсенале в целом? Премиуме. В премиуме? Да. Конечно, в премиуме. Кого смотришь? А кого Леха выкладывает? Просто ленту премиум. Да, как и делаю. Все уже выбрано, да. Зачем себя чем-то ограничивать, правильно? Вот. Ну, на самом деле, если вот, если мы серьезно, да, говорим, mm-hmm. да, как вот выбирать технику, я бы, наверное, знаете, как вот бывает то, что какую-то технику ты видишь, и она прям сразу ложится в голову, и ты вот прям вот сразу можешь ее повторить, ну, mm-hmm. близко к идеалу, да, а бывает какая-то техника, ты ее, блин, месяц-два точишь, и, блин, вот как будто это какое-то сопротивление, да, бывает, что можно это сопротивление преодолеть, и как бы, ну, и вроде бы и нормально, бывает, что получается так, что какая-то техника, ну, вот я объективно понимаю, что вот мы говорили, да, беремболу, да, в принципе, с учетом моей весовой категории и антропометрии, ну, это никогда не будет, наверное, прям типа go to move, да, то, что называется, то есть прям техника, которую я буду, вот первое, что я буду пробовать делать, mm-hmm. да, как бы я смотрю, ребят, плюс-минус своей весовой категории, что они делают. То есть, как бы, лучший способ понять, что сейчас актуально, вы смотрите текущую мету, да, то есть, что происходит на соревнованиях сейчас, особенно на самых крутых соревнованиях, потому что, ну, где самые конкурентные схватки, да, если там люди побеждают этой техникой, скорее всего, она работает, но это очень логично. И, как бы, вот сегодня, да, то, что я сказал, да, вот этот свип,
то, что Ласса было, да, через руку под таз, да. Вот я назвал двух людей, да. Мерегали и Филиппа Эндро. Ну, как бы оба человека чемпионы мира, да, как бы. То есть, ну, я думаю, что им стоит доверять, как минимум. Ну, Мерегали, к примеру, не сильно антропометрически, там, например, ну, похож на тебя, условно. Да, при этом Филиппа Эндро мы где-то близки, я бы сказал, хотя он похудее в целом, то есть он более вытянут. Но, как бы, скажем так, никогда не будет человек, который 100% копия меня, да. Есть какие-то техники, я их пробую, вот я увидел, надо попробовать. Я попробовал, вроде нормально. Получается, я, ну, условно, играю с этим, да, даю какой-то шанс этой технике пожить со мной и мне с ней. Вот, например, вот Адам Варжинский, да, как бы мы с ним и на соревнованиях боролись несколько раз, и тренировались вместе, и общались, и общаемся, вот. И при этом его, как бы, half-butterfly, butterfly мне нравится, но есть разница в антропометрии. И иногда я чувствую, что вот, ну, во-первых, у Адама там 45 размер ноги, и как бы, и я, как бы, попадаюсь на его крючки с его антропометрией, да, конечно, ты сильно выше взлетаешь, чем, как бы, ты ожидаешь. Вот. И, ну, у меня либо не настолько наработано, то есть 100% не настолько наработано, как у него, да, ну, это очевидно, но при этом моя антропометрия, ну, другая, вот, где-то я могу, условно, скопировать его, где-то нет, но при этом есть какие-то позиции, которые, ну, я делаю просто вот потому, что они легли мне вот в тело. То есть, исходя из того, что ты говорил, ты следишь за джиу-джитсу, за схватками, за соревнованиями, смотришь вообще в целом борьбу? Ну, конечно, я честно скажу, что я мало смотрю именно обучалки, непосредственно обучалки. Не, я про соревнования, да, видео соревнования. Да, а именно, как бы, схватки, особенно вот, ну, крупных турниров, я стараюсь смотреть, ну, абсолютно большинство схваток, особенно вот плюс-минус своей весовой категории. Я честно смотрю мало вот, ну, легковесов, потому что слишком другая тактика борьбы, да, я мало вероятно, что смогу это применить и с точки зрения тактики, и с точки зрения антропометрии, вот, соответственно, я поэтому, как бы, смотрю, ну, плюс-минус свою весовую отслеживаю, вот, и, естественно, когда я, ну, вот, кого-то из этих ребят, да, на соревнованиях увидел, я могу уже потом посмотреть их обучалки или их какие-то разборы техник, да, чтобы просто посмотреть, потому что когда, ну, это происходит в схватке, это что-то бум-бум-бум, и случилось. Да, да. Да, ты там потом 10 раз это перематываешь, какие-то нюансы смотришь, а потом бывает, что ты, бац, нашел на Ютубе, этот же человек разбирает ту позицию, которую он сделал. Ну, так гораздо легче. Потому что зачастую, как бы, он может прям, ну, сказать, почему он это сделал, и, как бы, ты, возможно, уже по-другому мыслишь в этот момент. Это, как бы, ну, то, как я делаю. Есть люди, кто смотрит очень много обучалок. На мой взгляд, обучалки... Скажем так, если просто смотреть обучалки, это очень много теории и очень мало практики. Это такой перегруз головы идет. Я не критикую здесь обучалки, они нужны, но это теория. Вы приходите в зал, вы все равно должны это пробовать. Когда вы смотрите соревновательные схватки, просто как оно обычно получается? Мы смотрим любого чувака, да, топа, который там только что выиграл там чемпионат мира, абсолютку. У него обучалка там 10 дисков, 100-500 техник. При этом он делает на соревнованиях 3. Вот возникает вопрос, нахера смотреть все эти техники, да? Ну, да. Вот. Но это, как бы, такая история. То есть, на мой взгляд, мы, как бы, ориентируемся на соревновательное джиу-джитсу, на большие турниры, потому что люди, которые выигрывают большие турниры, делают это систематически. Видимо, они чего-то знают, чего не знаем мы. Стас, большое спасибо за этот выпуск, очень интересно и в плане технически, и было приятно побеседовать. Еще спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что доехали. Рад знакомству, да, потому что мы так, как бы, да. Заочно, да. Да, заочно знакомы. По поводу выпуска, ну, мне приятно было поделиться своими какими-то техниками, да, своими знаниями. Мне кажется, наверное, тут даже более ценная информация была про соревнования. Это такое мое видение. На мой взгляд, оно, в принципе, поможет многим людям, кто сомневается, кто, ну, как бы, думает, да, нужно, не нужно на соревнования выходить. Но я, конечно, не Александр Дугин, но что-то сказать могу.